Все образовательные учреждения Чувашии возобновили работу после каникул. О готовности детских садов, школ, СУЗов и ВУЗов начать работу после зимних каникул 9 января сообщили в Минобразовании Республики. Везде прошли санитарные обработки и генеральные уборки с применением дезинфицирующих средств. В пресс-службе министерства отметили, что все санитарно-эпидемиологические требования продолжат выполняться. Закрепление за каждым классом отдельного кабинета, термометрия, соблюдение расписания уроков, звонков, перемен с целью минимизации контактов обучающихся.